Торонто в этом сезоне для Василевского завершилось с показателем 32 отраженных броска из 34 состоявшихся. Ну и поражение в той встрече. Стэмкос отлично отдал. Убойная дистанция 4-2. Тайлер Рэдиш кладет просто в дальнюю девятку без шансов для голкипера. Кучерова нет. Поинты нет. Сирелли нет. Ну, кого это смущает? Четыре банки кладет молния. Смотрите, что делает. Отлично сел Андрей Палат. Не зацепился за передачу от Стэмкоса. Но есть всегда дальняя штанга в лице Тайлера Рэдиша. Хлестко отправил он шайбу, поймав на противоходе Джека Кэмпбелла. Под перекладину четко, невероятно сложный бросок. Винить Кэмпбелла я бы лично не...